житель. Вот это первый этаж полностью. Это типа ресепшн у вас? Да, ресепшн. Ничего себе, как гостиница прям. Снизу прачечная, вот здесь аудитория. Аудитории? Да. То у вас занятия здесь проходят? Занятия здесь полностью. То есть вы в одном же здании живете, да. И в одном здании же учитесь? Да. Вообще неплохо. Даже выходить очень особо классно. Никуда. Очень удобно. Прям для казахов, да? То есть, чтобы другие люди не зашли, на первом этаже, в другом конце, установлены такие двери. Магнитки? Да. Ага. Ты на каком? У меня на четвертом. Лифта нету? Лифта нет. Только чисто по пропускам. Ага. Либо отпечатки? Отпечатки нету. А в комнатах у вас сколько живут людей? Два человека, в каждой комнате. Супер. А какие еще иностранцы здесь, помимо наших? Помимо наших есть с Монголии, с России, с Кыргызстана, со стран Африки, еще с Самоа, индонезийки, лаоски, вьетнамки. Прикольно. У меня самая угловая комната. С коммунальными услугами как обстоит дело? Коммунальные услуги каждый месяц дается 80 киловатт бесплатно. Если все закончилось, платишь 20 юаней. То есть это 40 киловатт. Так, соответственно, это как же карты, да? Да. Супер. А нет, пока сейчас. Друг твой. Ну вот здесь, как видите, ребята, каждый коридор, даже четвертый этаж, оснащен видеокамерами. Счетчики, как Жандос только что нам сказал, то что им дается в месяц 80 киловатт бесплатного за последующее как бы использование электричества. Необходимо платить. Ну, в среднем обычно, если платить, то обходится около 5, максимум 10 тысяч тенге за коммунальные услуги.